Местные не особо рады нас видеть. После войны у них тут образовался настоящий технофобский культ. И его лидеру удалось заманить меня в ловушку в полузатопленной церкви. Не знаю, что они собирались со мной сделать, но с помощью удерживаемой культистами женщины по имени Катя мне удалось ускользнуть, обойдясь при этом без лишних жертв. Катя рассказала о скрывающемся в порту механике, который мог бы помочь нам починить Аврору и перебраться через мост. Похоже, стоит к нему наведаться.
Вот же дрянь! Ну, погонь! Ау! Эй, там, внизу! Ау! Ты того! Поднимайся на крышу! Сейчас я стрелу опущу!
Я здесь! Поднимайся! Ну ты суров, братка! Аж приятно посмотреть, честное слово! Эти-то хуч мутанты, а дело знают. Если деревенских поймают, то тем сразу крачун. А ты их как капусту нашинковал. Ну, здорово! Меня Крестом звать. А ты с того провозу, значит? А местные с вами, небось, разговаривать не стали, а? Сразу болеть начали. Ну так ясен хрен и дрить их за ногу. Я тут долго уже парюсь. Знаю, чё да как. У них секта тут, а верят, мол, техника старый мир сгубила. Ну и, значит, за техническую грамотность, сам понимаешь, ни разу не привечают. Ну а меня так и вовсе в клетку законопатить хотели, покуда демона ихнего электрического сам убивать не побегу. За сатанизм, во! А какой я сатанист-то? Всю жизнь технику подчиняю, да торговлишкой еще промышляю. А теперь на восток вот намылился. Нехрен в этой части страны ловить. Наездился. Все города выжжены, а вокруг одни бандиты да нечисти. А там-то за Волгой места немерено. Так получше должно быть. Ну так и вот, пилил себе мирно, полная дрезина добра. Думал, торгану по дороге. Черта с два. Еле ноги унес. Но, как вы тут нарисовались, появилась у меня мысля. Самому бы и ни почем не справиться. Ну, а раз вам тоже на восток, то в такой-то компании. Я вашу колымагу, между прочим, бинокль видал. Неясно, как она еще не издохла. Кстати, бери бинокль, сейчас все тут покажу. Вон, видишь мост? Вот эта секция вверху должна опускаться. Аварийный механизм на месте, но вот работает он нет. Это Катя с церкви знать должна. Я-то на мосту не был. Вон там направо ангар здоровенный. Это терминал. У придурков с моста там типа святое место. Все стены размалевали. Царь рыба у них там обитает. Как есть идиоты. Еще правее, где вагонов куча? Это депо бывшее, там сейчас бандюки обосновались. Ну вообще место богатое. Да и вокруг ничего так, охота и вообще. Я кругом себе лёжки оборудовал в удобных местах. Так что переночевать, отремонтироваться, патронов набить теперь много где можно. Так что ищи, пригодится. Хотя, конечно, можно и просто у костра ночь пересидеть, хоть согреешься. Пойдем, покажу мое логово. Тут логово мое. Вот так и живу. И дворец, но безопасно. Тут вот сплю. Если устал, мой дом, твой дом. Верстак вот сделал, ковыряюсь потихоньку. Если патроны нужны или гранаты, пользуйся, материалы вот лежат. Вообще все, что видишь полезного, забирай. Мне все равно с собой тащить не с руки. Давай, не стесняйся, пробуй. В общем, братка, у меня этот чемодан не только что для виду. Мозгов там девать некуда.
тут-то у деревенских махрой разлиться успел. Ну, пока они мне не турнули еще. Вот ты можешь по канату вниз дунуть. Берешь карабин, цепляешься и поехал. Фонарик мой им, козлам, не понравился. С тех пор они меня ни в деревню, ни к мосту не пускают. Но ты вообще никаких не встретишься, а лишь не Артём, ты меня звал. Там было так хорошо. Но я тебя услышала. Ну и как бы я тебя одного...
Хорошо, Артём нашел. Чё это за место вообще? Видишь бочки? Химия какая-то. Склад, ну или как это, могильник. А майку, может, местные повесили, чтобы подальше держаться? Спасибо, родной. Ладно, так. Ну чё, Артём, хватаем и понесли? Еще чего. Я сама. Сама пойду. Отсижусь пару минуток и двину. Старику уже, наверное, крышу рвет. Представляешь, с его доченькой что-то приключилось.